Ах, ти боже мой. Ти що спряталася? Доброго ранку, ми з України. Доброго. Не прячься, йолки-палки. Ти що? Давай бігом, там їде уважаємий гость к нам в гості. А? Сейчас пока сварим кофейок. Ты что, короче, меня... Ребята, всем доброе утро, с вами я Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Не-не, подожди. Меня переполняют эмоции, вы сейчас поймете, за что я говорю. Давай по-другому, как будто бы ты не снимаешь, да? Угу. Эх ты, оператор, туда сюда. О, ты что, уже снимаешь? Каждая щепочка пригодится. Ты мой, печка мой, хороший. Так, это вот сюда. Давай. Потихонечку, уже почти готово. Друзья, всем привет. С вами Одесский Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Счастье у меня неимоверное. Я сейчас с вами поделюсь, вы кайфанете. Ребята, не аплодируйте, все нормально. Счастье вдруг в тишине. Тихонечко. Постучала в двери. Неужели ты ко мне? Короче, ко мне. Едет? Едет. Я говорю, меня переполняют эмоции, хочется кричать, пищать, но спит Миланья. Ты хотел кофе? Фу, подожди, что там? Как это надо делать? Я забыл, куда надо руки поднимать, чтобы успокоиться. Короче, во мне сейчас там все пляшет и этот. Едет ко мне Гриликс в гости, говорят, Серега, у тебя новоселье не за горами, мы тебе подогнали подарок. Какой, я даже не знаю, но так как это Гриликс, я по-любому приготовил мясо. Магазин Мандарин, Фэмили. Маркет, спасибо огромное за вот такой шедевр. Катюня, смотри. Такое мясо в своей жизни я еще никогда не готовил. Ё-моё, да тут, блин, ну тут не стейки, тут загляденье. Короче, себе тебе портер лежит. Блэк Ангус. Давай ставь кофеёк. Я вон видела, да? Там уже машина припарковалась. Уже Дёня приехал? Угу. Ты шо, ё-моё, подожди, дай, стой. Давай, пусть подождет, чтоб он зашел, короче, а у нас тут все нормально. Славик, спасибо, лучший гончар города Одессы, ты посмотри. А? Шедевр. Так, кофеек ставим. Медленно, аккуратненько, с любовью. Пусть начинает готовиться. А что мы человека с пустыми руками будем встречать? Иди сюда. А? Тем более у нас уже созрели. Созрели вишни в саду дяди Вани. Аккуратненько. А вместо вишен теперь веселый смех. Тебе, мне и Дениске. Что? Да не жадничай, тем более они уже созрели. Ну дети же должны прийти сорвать ручками, ну что ж ты... Да сорвут. Посмотри, какая, а? Шикарная. А! Слива, шикардот. Да-да. Ладно, там возьми. Давай встречать. О, ну, смотри, конечно. Упала хорошая. Встречать гостя. Как положено. Как это? Как положено. Что у нас тут? Перец подрастает? Вон помидорки, смотри, у тебя. Помидорки вижу. Угу. Аккуратненько. Шикардос. Ладно, две их хватит. Пошли встречать. Ты что, ребята, короче, там кому надо... Интересные вкусные грили, замечательные, великолепные ручной работы, вот такие вот творения, или, может быть, мясо, пошли. Это для гурманов. Так все рекомендации от меня я оставлю под видео, так что шукайте в описании. Идем, гость дорогой приехал. Эх ты! Пойдем показать бардак или не сегодня? Попозже, встреть Дениску. Ага. Как там, хлебом, солью? Да. И хлеб у меня тоже был. Дёня, здорово, ты шо? Всем ребята, привет. Салют. Утро. Короче, с Америки прислали главного эксперта по мясу и грилям. Все, что происходит. Хорошим людям надо хорошие грили приехать. Не, слышишь, наконец-то научат тебя мясо жарить. Жарить мясо. Дёня, я тебе... Ему там пишут, подошва, сжёг, не дожарил. Ага. Чтобы тебе нравилось. Это самое главное. Все остальное, люди, пишите, чтобы мне было скучно, елки-палки. Так, я гостиниц для тебя, вон там помидоры, сливы, смотри, не перепутай. Все, гай-гуй, показывай. Он же человек, елки-палки. И не сказал что, а? Как не сказал? Барабанная что? Дробь. Ты не знаешь что? Я думала, там гриль. Как минимум гриль. А как максимум? Так что? У них другого ничего нет. Машина, что ли? Не, может мне... Купели-обогреватели есть. Не, купели-обогреватели у них там есть, что угодно, там тандыры, шампура, мангалы, что? Да открывай, не томи уже, мы его в баню, типа помидоры. На, нафиг, блин. Давай. Тебе помогать? Обалдеть! Ёшкин кот! Смотри, там, короче, камада, вот это то вообще там... Эй, тандыр!
А вы его вообще вытянете? Сколько он весит? Да-да-да, соточку, под сотку. Ты что, посмотри на этих богатырей. А вы не надорвете себе там животы? Стой, подожди, тут он... Нет, серый, прямо за ухо можешь брать спокойно. Не, я думал, что он на тормозе. Нет, тормоз я снял. Тормоз я снял, это он... А, ну-ка. А, все, не, я понял. Так, за уши беру и поехали, да? Катюня? А. Обалдеть! Ты что? Давай. Ну его в баню, слышишь? Первые пару недель я его буду носить, катать не буду. Так что... Почему? На плечи, как. Да я его сильно люблю. Уже? Все. А как же твой Rolls-Royce? Тут еще ступенька. Это Lexus. Это Lexus, да? Да? А ну стой. Да ты шо, Катюня? Ё-моё, Дёня. Опа. Это как я люблю. Туши свет. Я ж только хотел сказать. Ты посмотри. Обалдеть. Вот то, что ты хотела в дом камин. Да. Нам уже не надо. Надо, Сережа, надо нам. Катя, посмотри сюда. Надо, любимый, надо. Посмотри сюда. Два в одном, три в четырех, елки-палки. Мы берем, закатываем этот гриль к нам в любое место, угу. Там на кухню, в гостиную. Я тебя включаю, и у тебя камин. Дёня, охренеть, я в шоке. Выруби, дай успокоиться, у меня аж слюни через лоб потекли. Обалдеть. А что это за агрегат? Закрывается это? А? Это боковая планча, сейчас раскроем и... Да, не торопись, не торопись. Ребята, Риликс. А ты ему место подготовил? Я... Кому? Ему, где он у тебя будет жить? Уже люди все бибикают, уже радуются с нами. Где угодно туда и поставим. Он же может жить и на улице, и где без угодно. Проблем. Все. Хоть терраса, хоть балкончик, шо? Хоть дом, хоть кухня, хоть нет. Улица. Пока у нас кухня не рабочая, это она до этого момента была не рабочая. Там ребята клеят плитку и делают дела. Короче, я его закачу на кухню. И пусть да? Уже кухня знает, что она полноценная. Даже если у него там еще беспорядок под ногами. Эх ты, Катюня. Тоже можно использовать. Боковая горелочка и вперед. Стопе. Идем пахнем кофе, съедим по помидоре, а потом ты расскажешь медленно, окей. Спокойно, с расстановкой. Окей. Мне надо отдышаться. Благодарочка, весь гриликс, елки-палки. Эх ты, чудик, как тебя хоть зовут? А? То был Сабер. Ну как был? Сабер есть на работе. А это сигнача. Как? Ну вон написано. Куда, где читать? Вот. Сигна. Вот это сигнатура? Да. Угу. Да, туры. Ты что, мне уже не терпится пожарить лучшее мясо на лучшем домашнем гриле. Вот это распаковочка, вот это да. Ёшкин ты кот. Что он сказал, что это? Потом расскажешь, да? А что это? Какая-то тяжелая плита, Катюня. Эй, убери руки, подожди, Дениса. А то человек приехал нас знакомить, а мы сейчас и сами познакомимся. Скажет, некрасиво произошло. Все. Блин. Ну вот это тоже, наверное, надо отодрать. Слышишь? Эй, обязательно. А ты что думаешь, что я вот тот, который покупает очки и на очках не снимает эту бирку? Ну, ты знаешь, 50 на 50 у меня по этому поводу. Ты считаешь, что я у меня с модой все... Что ты можешь? Нет, тут не в моде дело. Что? Тихо. Ё-мо. Наклейка не надо недорого? Блин. Ну куда ее? Хоть на забор наклеить. Дениска, что это такое тяжелое? Где? Вот это. Это планча боковая. То есть тут идет обычная горелочка. Можно использовать как обычную горелку. При необходимости мы можем использовать как небольшой гриль, только не гриль, просто как сковороду чугунную. Слушай, это как у Галкина вот эта вот плоскость, понял, да? Да, как да. Я там отмечала Дениску. Как китайцы, японцы и некоторые американцы, короче, жарят на вот такой штуке стейк, лучок, да. Фарш. А яичко тоже можно тут жарить? И яичко можно, да, без проблем, бекончик какой-то. Ее можно и вовнутрь класть. Ну, то есть, да? Она предусмотрена, крышечка есть, то есть, точно такой же функционал. С утра вышли, Сереженька, я вот тут на качельке качаюсь, а ты мне тут яичничку такую я тебе жарю яичницу. Ну, не надо этого мне тут делать. Тогда ну, вот я хотя бы почитаю. Ты, а ну-ка, не лезь. Это к тебе, что приехал подарок. А? Успокойся. Так, дальше.
Сразу подключаем, сразу зажигаем как? А чё нет, конечно, да, а чё нет, давай. Его же в любом случае, он как новый, надо его аккуратненько будет протопить. Все заводские масла повыгорают. Решеточка, так, это вот грабли. Такие же, как сабели, они вот тут висят, так же самое на дверке. Все, я понял. Не, а я думал, что это оператору спину чесать. Вот только когда ты будешь здесь на качельке, а я тебе яйца. Ты знаешь, мне будет приятно. Все. Да. Тащи качелю. Давай. Слушай, обалдеть. Ты посмотри, все как удобненько, а? Баллон знаешь, как подключается? Или показать? Покажи. Не, я-то знаю, но ты покажи лучше. То есть тут жигаечки не надо, никаких ключей не надо зажигать. Ребята, я вам сразу скажу, извините, не скажу, что перебил. Да. Это самые безопасные баллоны в мире. У них есть перепускной клапан. Я когда с таким баллоном приезжаю на заправку, люди говорят, да не может быть. Я говорю, да. Лично убеждался в том, что от температуры, от перепада уже срабатывал перепускной клапан. Да, клапан. Единственное, что только запах чуть-чуть себе выветрили, и все нормально. Все, баллон идеальный. Резинка встроенная. Можете не переживать, что она когда... Срок эксплуатации резинки 10 лет. 10 лет. То есть не надо каждый раз эти уплотнители покупать. Зажимай. Зажимается от руки, откручивается тоже от руки. Да, просто вручную сколько смогли, гаечку затянули. И хватит. Потом синхронно и гайку, и редуктор мы дотягиваем. Все. Порядок. Да, баллоны португальские наши. Да. И ставим баллончик на место. Ёлки ты палки. Здесь у нас еще маслосборничек его. Он там находится внутри? Да, да, ты мне все показывай. Я вижу, да. Вот все, рассказывай, да, показывай. А в том гриле такая большая штучка, да, маслосборничек? Нет, а там он так выезжает, здесь так. Угу. Там он фронтально, да, выезжает, но там конструкция гриля конструктивно, он чуть-чуть другой, и там есть еще рассоединение на котлы. А, так, это можно подвинуть вот немножко. Ножка чуть-чуть глубже стала. Ничего, я отрегулирую, все нормально. Так, сейчас мы газик чуть-чуть пропустим по горелочкам первый раз. И открываю эту боковую тоже. Сейчас мы ее... Ты что, подожди, документы надо убрать. Ну, зажигается, в принципе, Сережа, как и сабер. А ну-ка, класснул. И включаем уже кнопочку. Сейчас еще газ не прошел. О, Катюня. То есть тут по поджигу так же самое можно зажигать его и как сабер. Например, одну горелочку включили, и эти уже синхронно дожигаются. Ёшкин ты кот, ты посмотри. Она пусть еще прогорит, на минималку я сразу ставлю, она на минимуме должна чуть-чуть прогореть. Все. Так, тут я тоже делаю средненькую. Так, это я потом прокалю. Этот чугун уже не обязательно прокаливать. Можно просто сполоснуть его, да? Можно, а с другой стороны? У нас есть яйца? Не знаю. Не знаю. Надо курей заводить уже, елки-палки. Гусей уже завели, теперь курей осталось. Нет, Игорь же приезжает, елки-палки. Говорит, Серега, давай. Забирай гусей. Так, все, 10-15 минут ждем, пока он у нас прокалится. И после можно начинать уже. Жарить. Жарить, готовить, пить. У нас как раз есть время аккуратненько бахнуть кофейку. А мясо вам не надо готовить? Ну, чуть-чуть подготовим. А оно в морозилке? Нет, оно в шкафу лежало, там где 5 градусов температура, именно чистый свежак-свежак. Да, смотрите, то есть чем он отличается от обычной газовой грили, то что у него две решетки идет. Обычный газовый гриль, грубо говоря, у нас такая же конструкция. Идет горелочка, потом обычная стальная, либо открытого типа решетка, да. Здесь вот эта вот пластина первая, она равномерно распространяет температуру от капающего сока жира, и нету воспламенения. То есть капающий сок жира, он не попадает на горелку и не воспламеняется. Тем самым не сушит уже мясо, и нету конвекции. Конвекция — это тоже горячий воздух от горения газа. То есть это все у нас усушивает продукт. И самое большое — это по уходу. То есть чаще всего хочется просто взять, пожарить там кусочек мяса, либо большую порцию и сесть вкусно провести время. Не хочется лазить туда, ничего вычищать. Угу. Здесь в этом и смысл. То есть нам не надо лазить за котлом. То есть за ним не надо ухаживать. Мы просто ухаживаем за пластинами. Есть посудомойки, можно в посудомойке бросать, можно щетками. Закинул, чистить. Достал. Да, я уже говорил за этот весь мир, да я за другое. Что, знаешь, люди вот именно хотят гриль, короче, покупают себе, два раза пожарили, он весь в говне, да, люди этим наедаются.
приходится постоянно за ним ухаживать. И этот гриль стоит себе пылью покрытый. Я просто знаю ни одного такого человека. Но вот этот момент инфракрасной плиты, куда попадает жир и не капает дальше, остается на... Короче, что говорить? Он испаряется, давая аромат продукту. То есть мы будем жарить, ребята, вы увидите, как сок жира испаряется. Вы большие молодцы, ёшкин ты кот. Ты что, чардбройл у меня называется теперь? Чардбройл, да. О! То есть это такой же производитель, как и Сабер, просто разные категории уже грили. Все. Можно уже пить кофе, ребята? Да. А как его имя? Сигнатуры или Амплимфлебли? Это называется новая технология, то есть патент на True Infrared, как называются эти решетки, закончился. Ага. И ребята конструктивно чуть-чуть изменили его и назвали заново, то есть, чтобы продолжить этот все, патент на эту технологию. Потому что имеют право только Чарбройл и Сабер использовать эту технологию. Офигеть, Катюня, как тебе? А так называется Чарбройл Сигнатура 4 комфорта. 4К? 4К. Это как хорошее разрешение телевизора. Эх ты, я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал. Ты за рулем? Да. Чтоб друг другу вы все пожелали. Вот такой гриль, как мне Денис подогнал. Та-да-дай, та-да-дай, та-да-дай. Че уже? Прокипятили, как говорится, дезинфекцию сделали. Это только женщины так могут сказать. Катюня, прокалили. Смотри, на минималках положил стрелку, елки ты палки. Эх ты. Короче, еще подарок ты маленький у меня что? Есть. Подарок я у меня отражаюсь есть. В этом стекле. У тебя подарок, а я отражаюсь в этом стекле. И что, ты страшненькая, сама себе не нравишься? Не, ну я ничего, руки так точно ничего у меня там. Нормально, все в порядке. Тебя же хотели видеть, уже покажи себя, елки-палки. Ребята, точно не упырь, раз отражается, или кто там? Не вурдалак, Дёня, елки ты палки. Хватит с подарками, я уже забыл, что мы сегодня собрались готовить. Да ладно. Серьезно? Немножечко потрясать. Эй, то я и ручками могу. Давай мы будем мариновать мясо. Или его не маринуют? Нет, наше мясо. Не надо. Наше мясо мариновать не надо. Главное, знаешь, что в этом всем деле? Аккуратно. Смотри, вот это мне нравится. Главное в этом деле добраться до мандарина и просто взять хороший кусочек мяса. Эй, ты что, бешеная или что? Дайте. Чья взяла? По губам тебе. Да у тебя что-то кривое, елки-палки, а у меня ничего. Дёня, лопаточка, спасибо. Риликс, вы лучшие. Слушай. Не, это форма такая. Не, классно. Не. Слушай, это такая классная. Мазать можно то, что надо. Ребрышки там, да? Ты посмотри, Катюня, ты посмотри, что он умеет делать. Человек с мастер-классом, да? О, это деткам, да? Побегал у нас по участку, да, собрал бананы, шоколадки там росли, малина. И сделал вот такой, что... Извини, клубничку мы уже съели. И это вкусно получается, да? Очень вкусно. Слушай, это вот... Надо попробовать потом сказать уже. Так, ну давай уже, Сережа. Давай уже, Катюша, давай. Давай. Дёня, сильно заморачиваться не будем. Оливковое масло, американская специя. Все, хорошее мясо, больше ничего не надо. Все остальное, там есть пару соусов. Конкретно в рот их добавим. Ой-ой-ой-ой-ой. Вкус мяса. Все. Это самое главное. О, вот это я тоже так люблю. Все остальное... Сбивают. Это курицу, там свининку еще можно с соусом. А такое мясо... О, Бера, оу, тут. Ну, раздеваться, надеюсь, не будешь? Ёлки-палки! Боже мой! Это какое-то масло, слышишь? Я в шоке. Так, сюдой. Рибайчик. Я тебе там скажу по секрету, магазин в городе находится. Еще вкуснее. Ты шо? С элементом косточки, ты понял? Рибай. Магазин «Мандарин» называется. Ох, у них там мясо. Заехал, взял и поехал дальше. Ты шо? А может, нас ребята с «Мандарина» посмотрят тебя и подумают, а чего перед магазином не поставить такой гриль? Да. И сразу жарить себе все, что ты хочешь. Ого, это прям выдержанное. Это прямо выдержанное. Это прямо мрамор-мрамор, Катюня. Это просто шедевр какой-то. Дёня, ты такое сегодня жарил? Сегодня нет. Кайфанешь, брат, по-любому. Не, ну оно пахнет, я не знаю. Это Америка, это Италия, это вообще непонятно откуда. Наверное, Австралия. Ёшкин ты кот. Вот сегодня у нас международное выступление. Давай. А что давать? Можешь жир чуть-чуть обрезать, или ты не обрезаешь вот этот? Вот этот? Чуть-чуть. Это смокота? Без проблем. Все? Без проблем. Давай потом будем обрезать. Не будем. А сегодня просто не будем обрезать.
Сегодня не будем. Эх ты, Кать, настрой краник, елки-палки. Должны что-то тут, чтобы я это как это с чистыми руками так выступал. Купи себе такой рукомойник. Хотя я против, что ты тут мыл руки на траве. Ты будешь сильно против говорить? Так я с Дёней на рыбалку уеду. Возьму вот этого малыша. Давай, я думаю, что вот тебе надо малыша отдохнуть. Давай. В баллончик каждый из нас по разу пукнет, короче, и все. И мы неделю тебе мешать не будем, да. Только я мясо... Я не против, Сережа. Серьезно? Да, конечно, что ты распинаешься? Дёня, бросай нахер, и на рыбалке руки помоем. На рыбалке руки помоем. Надо еще эти закупить удочки. Кого? А, елки. Как там, попонтовал и хватит. Вернулся. Да. Вернулся-таки я в Одессу. Иду-таки подобно бесу. И пяточки, а камешки чешу. Подметочки-таки сопрели. Иду я-таки еле-еле. Иду я. Там-д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 ам. Масилка? Да. Чуть-чуть? Эх ты. Как чуть-чуть? Понемножку. И все? Легкая, легкая, легкая специя и все. Вы тоже так? Хотя я бы такой, чтобы вообще, может быть, в конце притрусим. Ну нет, давай немножечко добавим, да? Так ты у Дениса спроси. А ты хочешь, нет? Давай. Нет, добавляй сыра, как ты жаришь. А ты послушай, вот давайте, вот как Денис. Все. Вообще без специй жарю. Маэстро. Без специй? Вообще мы даже не солим. Солим в конце всегда. Красавчик. Все. Давай один кусочек так. Кто-то говорит, что можно солить и сразу, кто-то говорит, что в конце. Но существенной разницы не почувствуете. Когда на таком гриле готовите, оно и так сочное получается. Все. Будем? Смотри, сегодня, вот как я готовлю плов с Маратом. Вот когда плов Марат готовит, я вообще не перебиваю, не вмешиваюсь, молчу, как рыба об лёд. Вот сегодня ты Марат, а я, как обычный Липован, понял? Ты жаришь, а я молчу и слова никому никогда не говорю. Гриль твой, жарит тебя. Ладно, все. Но под чутким твоим руководством, правильно? Ты ещё. Всё, намазали и на гриль? Да, давай. Let's go. Давай температурку внутри попробуем. Самого мяса? Да. А ну-ка, всовывай, куда ты хочешь. А что это за штучка такая? Это термометр наш. Вот так всунули все? 18 градусов, да. Ребят, специально, чтобы комнатной температуры было. Потому что если мы с холодильника достанем мясо и кинем сразу на гриль, оно будет неправильно готовиться. То есть внутри оно будет холодным, корочка будет обгорать уже, и сок внутри неправильно распределяется. Нам подходит? Белок себя неправильно подведет. Вообще идеально. Все. Так, Денис, а что, прокалился? Да. Сережка, ты нервничаешь? Это ж, наверное, как в первый раз. На среднюю, оп, и подсветочку включим. Эй, по-любому. Я, тихо ты, мадам. Я не то чтобы нервничаю, я как-то аккуратненько переживаю. Ну да, в первый раз. Ёшкин кот, Катюша. Ребята, еще рекомендация по стейку. Если поставили, все, не надо сразу отрывать. Если уже поставили, не надо двигать его. А кукурузу? Да все будет нормально. Сейчас я сбегаю за кукурузой. Закрываем. Сразу закрываем, буквально 40 секунд, минутка, и надо будет перевернуть его. А, вот так будет вот, да? Чуть дольше, да. Слышишь, что оператор, там? Оператор, запоминай. О, класс, круто. Видно мясо там внутри. Хорошо, а у них такие есть там лампочки, короче, которые еще там... Подсветка, да, да. Сделаем тебе, да. Хорошо, да подожди, елки-палки, никто не отменял китайские голограммы вот этого вот огня. Делай что аккуратненько зимой. Это я все хочу. Дениска расстроился как-то за китайские голограммы. Я ничего не понял, что за китайские голограммы. Она хочет у меня камин в доме. Ага. Хочет продырявить стенку, поставить где-то камин. Я говорю, Катя, ну не надо, ну успокойся. Это не камин, это буржуйка называется. Мы уже с Дениской за это говорили. Он даже сказал, куда позвонить нужно. Да, есть ребята. Так что я позвоню, не переживай. Ты уже и здесь, я стараюсь подешевле, чтобы и мне было приятно. Ладно. Не имея родного. Сереж, мы же доверяем друг другу. Зачем доверяем. Я на свет появился? Я тебя буду преследовать. Ах, зачем не упади, смотри. Мать родила. Тац-тац. Та-та-та-та-тац-тац. А, пойдем, я покажу, какие у нас тут уже изменения есть, пока ты там моешь руки. Куда? Вот как нам уже облагородил Сережа. А, Серега, ты сегодня выходной, родненький, отдыхай. Ты такой красавчик, просто молодец. Я не знаю, что у нас уже... Ребята, можете нас поздравить. Помимо гриля у нас еще и подоконник появился. Катя, оставь нафиг подоконник. Иди посмотри отсюда. Полупись немножечко на эту прелесть. Да не беги ты так, встань со стороны, стой. Так Дениска уже, наверное, приготовился переворачиваться. Кого? Оделся.
Да пусть он переворачивается, ты видишь, на что мне смотреть? Вижу. Да дерево, гриль, дым, и мы с Денисом там. А ты стой здесь, как вкопанная. Где кукуруза? Вастер, надо сейчас переворачивать, и мы как раз... Иди сюда, что ты там стоишь? Нет, еще. Еще не взялось, да? Надо спешить, да, решетка сама отпустит его. Да, да, понятно, да. Сережка. Я запоминаю. Она как женщина, эта решетка. А я пока кукурузу вскрою. Как захочет, так и отпустит. Серьезно? Помочь тебе? Чем? Подержать. За качан? Да не надо. Слышь, Дениска убежал. Елки-палки. Куда? Леня, обращай. Ну, убежал куда-то в машину. Обращаюсь к тебе через телевизор. Знаю, что посмотришь попозже. Ну нельзя так, елки-палки. Сказал какой-то подарок и не сказал. Не сказал что? Не сказал что. Давай, ты же не видишь, у меня плохо, елки-палки. Давай. Главное, чтобы вы мясо не забыли перевернуть. Да мясо не главное. Мясо переворачивай, уже говори. Давай. Проверяй, отпустила решетка или нет. Сейчас. Да, о, отпустила. Елки ты палки. Положил и не крутишь. Опа! Ничего себе! Вот Марат зря не пришел. Да у Марата важное мероприятие какое-то там. Ох ты! Ты посмотри! Тебе же сказали. Эй, мандарины, брат, Джан, ты шо у вас мясо? Я в шоке. Даже не солить, не перчить, ничего не надо. А ты помнишь, я тебя спрашивала, где б нам такого мяса взять? Катя, посмотри на этот прелесть! А я тебе говорю, ну разве так можно жарить? Как, я не помню, тебя уже еще зовут? Меня? Сигнатур, ты красава, жаришь так, что я просто кайфули получаю. Накрываем. Что он несет, Катя? Не знаю. Скажи, чтобы я повернулся. Пожалуйста. Нет, какой-то да, баллончик несет. Баллон уже... тебе очередной газовый несет. Поворачиваться? Что это? Что это? И еще один. Да ладно. Это чтобы ты с собой возил правильные вещи. Смотри, вот, смотри на него. Ё-моё. Вот этот маленький, как я жарил точно здесь, вот, же, только новый. Обалдеть. И что ты? Писишь кипятком, Сережа? Я в шоке. Приехал не один, а сразу два. Кто-то еще заказал? А я даже, блин, я вы... Катюня? Фу, ребята. Ты про мясо не забудешь? Я только что перевернул, ты видел? Дёнечка, спасибо, родненький, слышишь? Слышишь, Сережка? Это как у детей ощущения такие, да? Да. Но ты ждешь и не знаешь что, а? Ребята, вы мне летом сделали Новый год. Спасибо огромное. Ты что, я в шоке. Блин, да не надо, это я в шоке. Ребята. Не, я вот чисто без... Обалдеть. Как новая копейка. Красивый какой. Тоже чарик. Катюша? А, это мой будет. Да ладно. Ты хотел сказать, да? Хорошо, девочка моя. Вот это прелесть. Ты мне там, на том яичницу будешь жарить, а я тебе на этом рыбку, например, там, Сереженька, да? Модель называется Charbroil X200. X200 R2D2. А, у Сережи все R2D2. Ребята, извините, я его назвал. Ну как его не назвать R2D2? Ёлки-ты-палки. Что тут? Доставай прямо, доставай вот так вот. А, вот целиком? Там решетка, там у нас сборничек. Короче, опять же, документы, родословные, все есть, да? Есть. Тут елки-палки, Сережка. Смотри, какой красивый. А ну не-не, ты покажи людям, потому что я сам на самом деле обалдел. Смотри, вставил, провернул. И также сам сейчас сумку раскроем. То есть в сумочке у нас все хранится. И редуктор, и решеточки, и щипцы, и соусы. Оно все складывается компактно, и вы просто берете сумку и переносите уже с собой. Ага. Ну и самое главное, это литой алюминий. Литой алюминиевый корпус? Который, да, топить можно. Ну, ему, если честно, ничего не страшно. То есть, ну, разве что, если он упадет, там алюминий может треснуть. Но это раз на миллион такое может произойти. А так он просто неубиваемый. Я вот когда вас попросил, вот того старика, говорю, дайте самое, что не уже... Да, ребят, тот, конечно... Неубиваемый. Жарит великолепно. Ой, какой красивенький, ну ты посмотри, какой он хорошенький. А ты не видел то видео, когда ну, она пищала? Она малыш. Она именно пищит от размеров, что вот такое маленькое. Катюша, ну это теперь, любой женщине, ну смотри, какая красота. Теперь он будет ездить с нами постоянно.
Слушай, не, жарит, я в шоке. Жарит просто балдеж. Красиво, приятно. Я еще не понял, но мне даже кажется, что чуть-чуть лучше сабера. Обалденная решетка и замечательная технология. Идет. Антипригарка на решетке, да? Да, на чугунной решетке идет антипригарное фарфоровое покрытие. А что, можно заказать отдельно решетку? Можно и решетки отдельно заказать. На любой? Ну, не на любой гриль. То есть все грили конструктивно отличаются. То есть, например, если на другой бренд такую решетку поставить, она не будет так работать. Не, у них же есть посадочные места. А ты бы на свой сабер мог бы такую решетку поставить? А у Сережи лучше на сабере, там еще идет рассоединение на котлы. У меня не надо. Тот больше для такого, как бы для промышленных, можно сказать, масштабов, ну и более качественный продукт. Я вообще не знаю, что с этими решетками может стать, но точно знаю, что то, что на сабере, то вечная штука, пожизненная гарантия. Ну, там... скоро скинем. Братик, он давай, уже забыл. Давай бегом, я спасибо. Делай, тебе, я буду в коробках ковыряться. Ты что, это же мы теперь, елки-палки, Катюня. Мне там Липование сегодня звонили. Все, мы его потеряли уже. Мне там Липование сегодня звонили. Сом пошел в Вилково. Говорят, самый маленький 15 килограмм. 15 килограмм, елки-палки. Как раз мы это берем, едем через Аню, кошечек. Угу. Заезжаем, там какой-то паргит пожарим, короче. Угу. Перекусили. Угу. Угу. И на лодку и, с собой. И поехали на Вилково. Ты шо, так, хоть на лодку, хоть куда угодно. Сомика вот так вот три стейка положил, перевернул и кайф. Обалдеть, все есть. Так, документы, родословная. Мусор, коробка, чтобы ничего не выкинуть лишнего. Ну, этот баллончик, это какое-то счастье, елки-палки, да? Чисто с собой не стыдно. Переходники, можно же вообще маленький одноразовый баллончик ставить. Вы не хочет даже такой таскать? Я понял. Можно вообще маленький-маленький. Туристический. Цанговый, да. Катюша, я не знаю. Да я тоже не знаю, куда мне показывать. Просто ищи самый лучший кадр, а тут как ни крути, сегодня одни сплошные шикарные домашние, замечательные, великолепные, счастливые кадры. Ой-ой-ой. Катюня, Катюшечка, что, покажи что, Деня. Что? Смотри. Какой сок. Просто брызжет, просто брызжет. О. А, видишь, как? Как сок. Эй, профессор, потому что? Что, тебе ничего не видно? Не видно, пахнет, дымит. Видишь, бережет. Потому что молодец. А у меня, знаешь, какая память хорошая? Минут на 10 знаю. Забудем за них вообще, что у нас есть. А все. Потом откроем крышечку и просто заберем. А мне как раз надо минут 10, чтобы в моем бардаке вот там строительном соль пойти поискать. Эй, а бананы когда будем жарить? А бананы, ну чтобы запахи не смешивались, мы пока мясо попробуем, как раз бананчики приготовим. На хорошо. Десерт, да? Да. Так, ананас жарил, мясо жарил, сосиски арбуз, жарил. Дыню. Арбуз не жарил, дыню не жарил. Скину рецепт салата с арбузом. Да? Да, есть рецепт салата, там руккола, орешки. Ну, все, полностью не помню, не рассказывай. Я скину. Добро, 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 добро. Попробуешь. И банан сегодня тоже пожарю. И банан, и банан. Ой, мама дорогая, ребята. Наконец-то. Я именно кайфую от того, как плавно, благородно вообще вот это сам вот процесс. Славика, да, вот это вот рукоблудие доставай, готовит. Чтоб не просто. Выкипел. Так куда ты, что ты успокойся, елки-палки. Ты видишь, как турочка себя ведет? Она как нагрелась? Глина. И до сих пор благородно варит. Она тепло варит. Отдает равномерно, да. Более. Как блин, вот она кипит, видишь, а ручка шикардос, холодненькая. Нет, Слава вообще молочага. Надо позвонить ему сегодня, еще раз сказать спасибо. Слайд. Иди давай за солью. А что, вы кофе уже не будете? Мы ждем бананчики. А, кофеек под десерт с бананами? Угу. Да я еще потом приготовлю. Я тебе решеточку чуть запачкаю. Дениска, пачкай, мой родненький, что угодно, потому что я умею за ним ухаживать. А, он слышишь, он делает. Ну, конечно же, конечно. Мы чуть-чуть щипы добавим, чтобы аромат дымка у нас появился. Обязательно. Я уже без дыма мяса вообще не сажусь есть. Да, ребят, кто говорит, что на газовом гриле нету дыма, бросите жменью щипы, будет такой колоссальный аромат дыма, будет сравнимо с копчением. А я думал, что бросит меня камнем. По-любому копченый будет пахнуть. Я сказал, копченый. Что там, Денечка, с температурой? А? Температурка уже должна быть как раз. 64 градуса. Как раз снимаем, он у нас 2 минутки еще постоит и добьет тех 2-3 градуса. Давай, ты сюда, а я заберу, какой правильно? Первый? Эй, брат, любой давай. Красавчики какие.
Какие сочные. Да, это вообще шедевр. А это, а? С него же течет. Ой. Кто не знает, где такое мясо взять, можем подсказать. Я же сказал там, ребята, магазин «Мандарин». Я оставлю под видео описание. Дворянская, 28. Да. Там не только мясо, там просто зайдете, кайфанете. Дениска, и соус мой любимый, и Цукерберга. Что? Соус запачкать вам кисточку, помазать кукурузку. Пошли за ним, пусть, конечно же. Ничего себе, кукурузку, да, соусом. Вкусно, можно еще чипсами сверху, но... Ты там, Маша, я пока сюда кукурузу поднесу. Ой, кукурузу, бананы пусть лежат. Так это надо старый какой-то делать. Не так, не на весу. Эй, брат, сейчас Джад, соус закарамелизируется. Все нормально. И кукурузка, даже если не сахарная, будет сахарной. Все, я тебе сейчас аккуратненько такой покувыркаю. Да не обязательно, она даже с одной стороны уже вкус будет. Вот соус, конечно, у тебя... Многие еще берут в конце. Бомбический. Она не, соус не карамелизируется, а в конце просто соусом пообволакивали в таре и чипсами засыпали. Обалденно получается. И порядок, да? Да. И пиво только пей, да? Кто же предпочитает? Та... Пиво, вино. Это та, которая мне говорит, пиво тебе пить нельзя? И сразу же рекомендует. Ты что, ну что, так можно было? Катюня. Дениска, смотри, с нашего огорода я тебе хочу дать попробовать вот этот зеленый на вид помидор. Нет, ты попробуй, ты вот смеешься? Да. А, он уже готовый, да? Да, нет, ты попробуй. К употреблению. Вот еще один. Вот еще один. Класс. Знаешь, после этой травы, что сейчас продают в супермаркетах, там... Не-не-не, это именно шедевр. Попробуй вот этот вот помидорчик. Катюнечка, на и тебе. Вкус, спасибо. Вкус есть. Не трава, а именно вкус. Сладкий, помидор, замечательный, трава, настоящий, великолепный вкус. А вот этот вот перцевидный помидор. У нас, оказывается, тоже есть рос. Лена нам подогнала. Ты видишь, в нем почти нет семян. Их было два. Да. А где второй? Я съела. Блин, а я стою, думаю, что воробьи обгрызли. Ладно. Тебе можно. Ну что, мясо-то давай уже. Сейчас. Без одноразовой посуды, конечно же. Дёня! Какая посуда? Она же стройка. Зачем тебе, брат, посуда? Скажи, что начинаем? С рибая? Рибая. Это как Марат хотел на кости. Да. Да, это же он его и выбрал. Эх, Марат, Марат. Маратик, сейчас за твое здоровье и всего Израиля будем пробовать. А? Мы ему привезем кусочек. Вставай, я сейчас такими шматочками. Medium well. И теперь соли. Ты соль принес? Нет. Ты только пошел за ней? Смотри, какой сочный получился. Ну, наконец-то. Дёня. Впервые, Сережка. Впервые на нашем канале. Не подошва, а мясо. У нас получилось... Не, ну тут и мясо решает. Хорошее. Не только гриль, само мясо решает тоже. Вот помидорку. И хлеб не забывай доедать. Ладно, там еще и сливы, смотри, не перепутай. Что, есть соуса острые, точно надо соль? Может, вообще будем хавать именно как то, что доктор прописал? Как вот эти дикари-аборигены. Ладно, уговорили, я в подвал. Я сегодня соль тебе буду искать. Парира, тач, тач. Парирум, ярум. Принес соль, Сергей? Да. Давай. Кухонна, камьяна. Смотри. Это оригинал, ёшкин такой, да? Ага. Уже не найдешь. Не найдешь. Так что, ребята, если что, обращайтесь. Нурсёк. Как там? Нусрёк, ёшкин такой. Нурсёк, Нусрёк. Да то такое. Милости прошу, ребят. Давайте. Эх ты, Катюня, угощайся. Я с хлебушка, с помидорки. Ну не потом, надо, когда... ну не а надо. А потом, когда тебе надоест просто мясо с солью, попробуй, что любит Марас Израиля привез. Обалдеешь, такого хренового соуса гет нигде нема. Обалденно. Вот этот угрюмый мясо? Дед. Обалденно вообще. Вот этот угрюмый дед. Это остренькое что-то. Нет, то что остренькое не взял. Галкин. Берегу как зеницу. А ты прям сюда? Да. Или рядышком? Это вкусно. Да? Вот так вот, да. Блин, класс, мягкое. Мясо отличное? Ты шо? Катюня, что у тебя губы вот это? Угу. Давай, спасибо, уже хватит тут выпендриваться. Или я настолько голодный?
Или оно реально настолько вкусно получилось? Смотри, вот все, что здесь под этим деревом. Тут все вкусно получается. Даже когда я готовлю подошву, это получается просто праздник какой-то. Это очень вкусно, это бесподобно вкусно. Макай в хреновый и в красный. Мандарин. Ребята, у вас лучший магазин с правильным мясом. Да, мясо, ребята, у вас. Мы сейчас доедим и еще раз с ним поедем. Еще за порцией. Это шикардос. Оператор, ты угомонись, покушай. Угу. Фу. Вкусно, да? Да вкусно не то, что, не то слово. Обалденно. Самое тяжелое остановиться и показать, ребята, вам дальше, что мы приготовили. Это просто праздник какой-то. Хочется есть, 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 есть. Смотри, это для косты пусть лежит? Угу. Чего? Давай, да я этот ангус всю жизнь мечтал попробовать. А? Оно уже постояло, конечно, сюда бы можно было бы. Хотя, с другой стороны, зачем? Но оно самое тоненькое было, мы одинаково готовили, но ближе к Вэлу. Серёж, что ты делаешь? Ё-моё, а потому что стола у нас нет. Что я делаю, Катюша? Ну, так стола у тебя нету. Денисочка, угощайся. А, редненький, подожди. Я забыл турка включить и сразу выключить. Что это, нервничек? Я не знаю, слушай, здесь можно фрешем торговать. Катенька, это я тебе добыл. А, это ты мне даешь? Чтобы тебе посуше было. Ага. Ага. Еще вкуснее. Нежнее. Угу. Да? То угу. Сочнее, но это нежнее. Это, так это же ангус, ёшкин ты кот. Класс. Кушай. Бесподобно. Нет, тут прям тает, вот где прожилочка жира даже, прям тает. Круто. Ничего не сказать. Просто от слова ничего. Мягкая, посмотри, просто сочная. Чтобы она не слышала, я ничего нежнее своими губами в этой жизни не трогал, понял? Только ей не говори. Мясо просто шедевр, Катюша. Да. Я вот не могу оторвать. Мандарин, у вас на самом деле... Помидорок. У вас не мясо, а мандарин. А, Крыш, ты такую надо попробовать, это очень вкусно. Все. Да. Много жарю, как бы регулярно. Ну, ты постоянно. Ну, редко попадается такое вкусное. Мясо, да? Да. Особенно по нежности. Угу. Посмотри, с него же течет. Катенька, ты не там снимаешь, елки-палки, посмотри. Дениска так красиво говорил, что я не могла отвлечься. Да Дениска так красиво жарил, что я еле его оттуда отогнал. Говорю, давай поедим. Марат, Джан, ты своим там этим, что у тебя там сегодня? А? Совещанием, советом директоров профукал. Профукал самое вкусное мясо. Не, я за это не переживаю, Маратик. Мы еще раз с тобой в этот магазин на самом деле сходим. Возьмем мясо. Шедевраль. Ребята, чур, кость моя, понял? Не-не, я не шучу, пусть валяется. Ее не трогать. Что там у тебя Звездные войны играют? Заказ, Бонд пришел. Кто-то карася хочет с собой? Да. Ребята, скоро появится свежий сом. Ты шо? Не буду говорить, каких размеров. Но я по сравнению с тем сомом писюк. Катюша. Дениска, что я делаю одно и то же, елки-палки? Да я тоже просто шикардос. Тут как не дави, надо мазнуть хреновый соус, посолить. Тоже нежное, но не настолько, конечно. Эксперт. Ты не там взял. Вот то, что взял я. Не ту часть. У него же получается одна большая часть. А вот та, что поменьше, ну да, тут вот, здесь, да. Вот здесь живет вообще уникальное, замечательное мясо, да, которое, да, в принципе, не видит напряжения. Вот это оно у меня сейчас. Катюня, попробуй оцени. Мне кажется, что это еще даже мягче этого ангуса. Очень вкусно. Да? Очень. Угу. Можно я отключусь? Не, я просто смотрю и считаю, я уже сбился уже сколько-то раз, сегодня глаза закатило. Мне очень приятно такое видеть, да. Угу. Спасибо. Угу. Спасибо я тебе, вот Денис, спасибо всем. Вот такого... Эй, брат, там надо кушать по-любому еще и десерт, ты забыл? Да. Да тебе еще... тебе кукуруза, бананы. Детям бананы? Конечно же, поставить. Конечно. Обижаешь? Ну да.
Да, я бегу поставлю. Давай. Вот так. Сколько минут? Минут 15. Эй, твоя кукуруза уже закарамелизировалась. Да. Снимаем? Такое вкусное мясо, но как оторваться от него? Кукуруза уже... Давай. Не актуально, да? Давай, приоткрывай кабину. Я сейчас к своей косточке веру сюда кукурузу. А если честно, кукурузку люблю такую поджаренную. Я очень обожаю кукурузу. Слушай, на горках катались, мы брали обычную кукурузу. Сушеную. Ага. Мочили в снегу и на костре жарили. Ёлки-палки, ничего себе. Грызли, да? Хорошее детство. Получалось вкусно. Обледухами пышную кровать. Ой, кукуруза, кукуруза, кукуруза. Тебя сегодня буду я... Целовать. Целовать, парира, тач, тач. Где эти варежки, перчатки, вижу? Дёня, что там, кукуруза готова? Какая кукуруза? Блин, извини, вот то, что похоже бананчики на кукурузу. Банан. Ай-яй-яй. Ребята, дети, деликатес для вас. Они почернели так? Ты что, они суп пустили, а внутри да? Шикардос. Ложечка тебе нужна? Да больше надо так, чтобы деткам красиво было. Смотри. Ха! Нац, банан. Дёня, какой любой, да? Ты что, губами собираешься кушать? Что? Губами? Ложечкой. Давай. Ну вот. Ну-ка. Да прямо оттуда и выковыривай. Вот так вот? Ёлки-палки, ты шо? Катюня? Еще и малина? Кисленькая даст тебе. Так может Миланька попробует? Не, Миланьке пока рано. Она же у нас есть банан. Такой она еще, конечно, не ела. Вкусно? Должно быть необычно. Необычно вкусно, я бы даже сказал. Не, кайфани. Ну я кайфану. Банан горячий, короче, у него такая... Такой какой-то... Привыкли, банан одна консистенция, а тут он запеченный и что-то... А тут он пюреобразный, у него такая... Мягкий, да? Ну я попробую, подожди, давай, кушай. Шикардос. Глоточек кофе осталось сделать. И сказать вам, ребята, фирма Гриликс, вы лучшие на самом деле. Вы меня, взрослого дядю, делаете счастливым, как ребенка, елки-палки. Спасибо огромное. Ребята, чего я вам желаю? Вот вам Денис. Контакты там под видео найдете. Сайтик тоже. Да, будьте счастливы. А я... Пошел радоваться. Да я в шоке. У меня сегодня, конечно... Вот папа примерно внутри сейчас у него такое происходит. Какие же эмоции. Типа, Липован, как дела? Друзья, от всей души и с вашим настроением для вас сегодня жарили шикарное мясо у нас под этим деревом. Денис, я Денис Липован. Всем пока-пока. Чао.